Ну как я смотрю на соединение? Мы пришли с Урсидаса с командой и соединились с командами сами. А тут очень много футболистов, с кем я очень хорошо дружу, с кем я играл раньше в сборной, и там. И мне очень как приятно, и сразу влились в коллектив очень легко, потому что ребята относятся к нам как к своим, равным, нет никакого там непонимания. Те же даже румыны, ребята, очень веселый, дружный коллектив, так что в этом плане. Я надеюсь, что здесь собралась команда, видно, что опытные игроки, и как бы и тренер очень грамотный, Габистан, поэтому я надеюсь, что по-любому должны быть какие-то тройка призеров. Ну, зря мы тогда собрались, значит, если не так не думали. Поэтому будем стараться. Сколько ты планируешь еще играть и где бы ты хотел закончить свою карьеру футболиста? Ну, это жизнь, понятно, что по-любому ты стареешь рано или поздно, как игрок, приходит новая молодежь. Но мы стареем, но в душе мы молодые, наш 16, это ясно. Ну, как бы, потом хотелось бы, конечно, остаться в футболе, потому что всю жизнь почти отдали этому спорту. Есть в планах пойти на тренерскую должность, там учиться, посмотрим. Как бы сейчас еще пару лет, по-любому еще пока бегается, будем бегать, а там будет видно. Да, и где бы хотел закончить свою карьеру, в какой команде? Ну, как всегда, дома, в Олимпии, в родном городе, с удовольствием бы закончил. Просто на данный момент так обстоятельства сложатся, что мы играем в других командах. Но я надеюсь, что вернусь и закончу красиво, как начинал. И в основном люблю очень кушать у мамы, потому что мамалыга, зама, это меня ночью разбуди, я люблю, я буду есть. Поэтому, ну, молдавская кухня в основном, там, фрукты разные. Музыка в основном такая зарубежная, скорее, чем, ну, разная музыка, у меня нет такого там, разная, которая приятная на слух. А насчет отдыха, я всегда провожу с сыном время в основном, потому что 12 лет ему, он тоже у меня футболист, я ему и подсказываю там, и, ну, он занимается в школе футбола, там, Дюшор Бельц, я и на тренировочку его возьму, и там, куда-то пиццерию сходим, ну, в основном дома с ребенком. Сколько я видел игры, показывает наша сборная, играет вся молодежь, все молодые, и показывает хороший, веселый футбол. Я там играл, и много там моих друзей всех, я всегда за них переживаю, и хочется, чтобы они все выигрывали, это ясно. Ну, как бы, хочется одно, но получается иногда по-другому, поэтому я надеюсь, что хотя бы с двух игр, если 4 очка они возьмут, то это будет отлично. Ну, 6 это идеально, конечно. Если бы я играл за сборную, было бы 6, а так только 4.